Всем привет! В этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Xiaomi Redmi Note 12S. Так. Первая игра PUBG. PUBG работает на средней графике, выше поставить нельзя, недоступно на нашем устройстве, но работает хорошо игра. Окей, закрываем. Переходим к следующей игре, GTA San Andreas. Смотрим, как работает GTA. На максимальных настройках. Плавненько работает. Закрываем. Так, и посмотрим Diablo Immortal. Так, загрузился Diablo Immortal. Смотрим графику 30 кадров. Тут больше ничего регулировать нельзя, только вот тут вот снизу можно выставить высокие настройки. Вот, они поддерживаются и работают. Так, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!